В Москве завершилась 18-я весенняя туристическая выставка «Интурмаркет». Она традиционно собрала самых активных представителей туриндустрии России. В этом году основной профильной задачей выставки стал внутриотраслевой диалог о направлениях развития рынка в новых условиях. Участниками выставки от Верхневолжья стали более 40 фирм и организаций. В частности, они презентовали набирающий популярность отдых выходного дня. Представители региона также поучаствовали в дискуссии, как организовать взаимодействие авторов сувениров с туристическим бизнесом. Своим опытом поделился Торжок, в котором 50% внебюджетных доходов приносит именно сувенирная продукция. Ключевым событием стала презентация новых туров межрегионального проекта «Государева дорога». Особое внимание на выставке было уделено организации детского туризма. Мы с коллегами из Министерства образования уделяем большое внимание путешествиям школьников по Тверской области. И на протяжении уже нескольких лет существует субсидирование туристических поездок, и тверские туроператоры активно принимают в нем участие. И, конечно, одни из самых популярных объектов посещения детей – это история, связанная с природой и животными, это агротуристические фермы, история, связанная с патриотизмом, это направление Ржевского солдата и большую популярность сейчас имеет наша этнографика, это направление Тверской Карелии.